Отремонтировали крышу, утеплили межпанельные швы, благоустроили придомовую территорию. В многоквартирном доме 59А по улице Любови Шевцовой сделан капитальный ремонт. Жильцы многоэтажки с 2014 года участвуют в региональной программе капремонта. Сегодня есть повод порадоваться. В течение полутора месяцев подрядная организация заменила все трубы по водоотведению. Стоимость работ составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причем выпуски канализации специалисты поменяли бестраншейным способом, что позволило обойтись без раскопок мерзлого грунта. Силовая установка гидравлическая устанавливается в колодец. Через колодец в старый трубопровод протягивается трос в подвальную часть. К нему прикрепляется разрушитель. К этому разрушителю уже прикрепляется полиэтиленовая труба. И при помощи гидравлического тяги со стороны колодца полиэтиленовая труба, разрушитель разрушает старую чугунную трубу, и вместо ее по этому же каналу прокрадывается новая полиэтиленовая труба. Особое внимание местная общественность уделила качеству работ. В комиссионной проверке участвовали инженеры фонда модернизации ЖКК, сотрудники управляющей компании, специалисты городской администрации и депутаты. Такой порядок контроля обеспечил соблюдение прав и интересов собственников квартир. Большая заслуга самих жильцов. Почему? Потому что их обращение, их активность позволяют сделать многие вещи с управлением ЖКХ. Это и городские власти, и областные власти. Местные жители рады положительным изменениям, происходящим в их доме. По мнению председателя совета дома Александра Барыльника, проблемы есть всегда и везде, но только совместными усилиями их можно решить, чтобы сделать комфортным жилье для себя и своих близких. У нас все движется согласно графику, идет все успешно. Жители, конечно, довольны, что такая идет большая работа. Конечно, она так просто не проходит. Она тут всякие есть некоторые нюансы, есть, которые не выполнены до конца. Но мы по ходу работы все устранялись, все выполнялось, оно так что делалось. Сейчас в многоквартирном доме ведется подготовка к капремонту системы теплоснабжения. Специалисты планируют ее сделать весной после завершения отопительного сезона в регионе. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управда ТВ.